Семена капусты цветной сноубол, дадут возможность вырастить на своем огороде за короткий срок большой урожай элитной культуры. С 1 квадратного метра собирают до 5 кг овощей. Масса одной головки от 0,5 до 2 кг. Универсальный сорт представляет собой белоснежные головки с голубовато-зелеными листьями, имеет прекрасный иммунитет к грибковым заболеваниям и другим болезням. Культура богата минералами, витаминами и рекомендуется для использования в диетическом и детском питании. Она имеет высокие вкусовые качества, используется для приготовления различных блюд и консервирования. Урожай не зависит от погодных условий, созревает за 80 дней. Капуста цветная сноубол – это однолетнее растение. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Капуста цветная сноубол имеет скороспелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 700-1200 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округлая. Цвет плода белая. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.